Мой старший брат, совладелец нашей команды Eagles MMA, Зиаудин Магомедов. Он мне очень много помог, не только мне, очень многим спортсменам России, нашей команде Eagles MMA. Сейчас у него чуть проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него, делаем дуа. Я надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. В бизнесе есть люди с железным правилом – никогда не вести дела с государством. История Зиаудина Магомедова, за которого заступался Хабиб, как нельзя лучше иллюстрирует их опасения. Госденьги сделали его миллиардером, и они же стали формальной причиной его ареста. Зиаудин Магомедов родился и вырос в Дагестане, одном из самых бедных российских регионов. Здесь, как мы убедились сами, его знает чуть ли не каждый. У нас два человека таких, Зиаудин Гаджиевич и Сулейман Керимов. Свой капитал Магомедов схватил уже в Москве. Расцвет его бизнеса пришелся на президентство Дмитрия Медведева. Это была не маленькая, а очень серьезная работа. После возвращения Владимира Путина у ряда бизнесменов из окружения Дмитрия Анатольевича начались проблемы, в том числе и у Магомедова. В 2018 году он был арестован и обвинен в мошенничестве, растрате, многомиллиардным хищением и создании преступного сообщества. И лишь в 2021 суд приступил к осмотрению уголовного дела. Все это время бывший миллиардер провел в СИЗО, успел переболеть ковидом и потерял почти весь свой бизнес. Кто или что именно стоит за делом Магомедова, которое часто сравнивают с разгромом ЮКОСа, до сих пор непонятно. А значит, риски сохраняются и для других бизнесменов. В бизнес-среде Магомедов считался аналогом Хабиба, напористым бойцом, который идет до конца. Где же он пропустил удар? Родовое гнездо Зиаудина Магомедова находится в селе Шатадах Унзакского района Дагестана. Это примерно 150 километров от Махачкалы. Это место известно не только прекрасными горными видами, но и одним любопытным фактом. В 1905-м император специальным рескриптом обратился к Дагестанам записаться в Дагестанский конный полк для участия в русско-японской войне. Из Хунзаха записалось 40 человек. И, между прочим, там были близкие родственники Магомедова, Кайтмаз Алиханов, его брат. У нас так. Если родился мальчик, это будущий воин. Зиаудину пришлось с детства воспитывать в себе бойцовский характер. Иначе в Махачкале, куда вскоре перебрались Магомедовы, было нельзя. Как говорил Магомедов, местный пляж был триумфом силы. Неосторожно брошенный взгляд тут же становился поводом для поединка. Каждый день, уже лет 40 мы ходим сюда, на море. Каждое утро с 9 до 11 занимаемся. Все здесь, да. Конкуренция между ребятами. Сильнейший выходит вперед. Как так сказать, законы естественного выживания. Это был такой советский достаточно успешный город с хорошими институтами, университетами, хорошими школами. Зиаудин и его старший брат Магомед учились в 39-м лицее, самой престижной школе в Махачкале. Оба были учителей на хорошем счету. Ну, они и в школе, это Магомед особенно говорили, что он как вундеркингер. А Зиаудин за ним тянулся, судя по всему. Ну, Зиаудин тоже такой же был. В школе я не могу сказать, что он был каким-то вот, ну... Мне, честно говоря, запомнился... Шебутным. Он был все-таки скромным. Да, и скромным. Начитанный очень. Он все время читал историческую литературу. Я помню, все время вступал в диспуты с преподавателем по истории. Свои первые деньги Магомедов заработал здесь же. Девятиклассником устроился на радиозавод в Махачкале. Мы попали на завод «Дагэлектромаш». Распад СССР сильно ударил по предприятиям Махачкалы. Многие заводы встали, а их территории были распроданы. Произошел слом в начале 90-х годов. Собственно, ничем позитивным это не наполнилось. Большое количество людей, инженеров уехали из Дагестана. Зиаудин тоже покинул родной регион и перебрался в Москву вслед за старшим братом Магомедом. Оба поступили на экономфак МГУ.
Братья Магомедовы, когда поехали в Москву поступать учиться, их дед, покойный Шуайб, продал свою машину, отдал деньги внукам, чтобы на первое время, чтобы в Москве ни знакомых, ни родственников, никого у них там не было, чтобы на первое время у них были деньги. А что за машина у него была? Семерка, русский Мерседес. Четверо было их. Двое двоюродных братьев у них, Белаловы. Они все вместе учились. Братья поселились в общежитии. Им досталась одна из самых блатных комнат. Она была рассчитана на пятерых, а жили там трое. Два брата и еще один студент экономфака, будущий инвестбанкир Рубен Варданян. Среди однокурсников братья славились крутым нравом. А мы, как лошаки, таскаем мешки. Пример для меня самый яркий – это поездка на картошку на втором курсе. Эту историю помнят и знают все наши однокурсники. К нам стали приходить люди такие, которые тоже работали на колхоз, они были значительно нас старше. Они не только были после армии, но многие после тюрьмы. И было их примерно столько же, сколько нас. Колхозники потребовали организовать им досуг, найти водку и познакомиться с однокурсницами. Зиудин, в отличие от остальных студентов, не растерялся. И тогда он сказал, кто, ребята, у вас главный. Кто-то вызвался, они с ним зашли в наш барак вдвоем. Этот барак стал сотрясаться, как в мультфильме «Том и Джерри». И через какое-то время Зия оттуда вышел, один, с окровавленными руками. И сказал, что, в общем, забирайте своего парня и больше не приходите. Они, видимо, больше не приходили. И больше не приходили. Как-то в целом он их убедил. Говорят, у них довольно суровый был нрав в институте. Там какие-то стычки. Не помните такого? Слушайте, ну у них суровый был нрав. Ну, суровый был нрав у времени в целом. В начале 90-х многие так или иначе занимались бизнесом. Впрочем, «Мерседес» могли позволить себе не все. Братья Магомедовы обзавелись такой иномаркой, еще будучи студентами. Зиевудин рассказывал, что первый миллион заработал на торговле оргтехникой и компьютерами. Впрочем, однокурсники Магомедовых говорили, что у братьев были интересы на Черемушкинском рынке, недалеко от МГУ. Как бы то ни было, серьезные деньги Магомедовы заработали, когда от торговли перешли к финансам. Они работали все вместе, с своим двоюродным братом Ахмедом Белаловым, компанией «Интерфин». Основной бизнес – это были облигации внутреннего, значит, валютного займа. Компания «Интерфин» была первая компания, где они заработали достаточные деньги. Затем это был банк «Диамант». Банк «Диамант» — это был крупный игрок на рынке Москвы, который занимался серыми и черными схемами. В 2001 году «Диамант» лишился лицензии, но благодаря ему у Магомедовых появился бизнес по торговле нефтью. Это свело их с государственной компанией «Транснефть», которая стала их главным бизнес-партнером. Из того, что я слышал, у них сложились очень хорошие отношения с Семеном Вайнштоком, главой компании «Транснефть» на тот момент. Благодаря его протекции они смогли получить не только, собственно, вот долю в порту в Приморском, но также и контракты. У них была такая компания «Стройновация», которая получила достаточно большие контракты на строительство ряда нефтепроводов, в частности, в СТО. Никуда трубы не деться в нашей России, потому что труба, она у нас наше все. Наша страна всегда находила деньги для того, чтобы большой был в таком правильном состоянии. Это произошло и 150 лет назад, случилось и сейчас. Реставрация большого тянулась с 2005 года, пока в 2009 году, как говорят по личной просьбе тогдашнего президента Дмитрия Медведева, театром не занялся Зиевудин Магомедов. Сегодня эту историю воссоздают группа «Сумма» и благотворительный фонд Зиевудина Магомедова «Берри». По-моему, все получилось великолепно. Почему Медведев доверил малоизвестному на то время бизнесмену национальный символ страны? Насколько я понимаю, вот с одной стороны были прекрасные отношения с
людьми скрипоносными и духовно-патриотическими, типа Грызлова или патриарха Кирилла, а с другой прекрасные отношения с людьми медведевскими, типа Дворковича. Очень много людей в России организуют так бизнес, но в этом смысле Магомедовы были гениями дружбы, да, они умели дружить, они умели правильно дружить, как люди восточные. С помощником Медведева Аркадием Дворковичем Зиаудин Магомедов был знаком еще со времен экономфака МГУ. Медведева знал и двоюродный брат Зиаудина, Ахмед Билалов. Но главным поджаром Магомедовых был старший Магомед, который в начале 2000-х стал сенатором от Смоленской области. Магомед был идеальным партнером, который мог выстраивать отношения. И не только мог выстраивать, а у него была прекрасная память. Он помнил, что когда он обещает. И, соответственно, исполняет, опять же, если человек ему нужен. А Зия, его вот эта вспыльчивость и резкость, на мой взгляд, она была идеальна с точки зрения управления. Во время президентства Медведева бизнес Магомедовых пошел в гору. Подряд на суперарену для Универсиады в Казани. Приватизация госпакета акций ОЗК. Покупка транспортной компании «Феска». Нефтяной терминал в Роттердаме. И порт в Новороссийске. Жемчужина бизнес-империи Зиаудина, которую он назвал «Группа Сумма». Сам же Зиаудин в 2011 году дебютировал в списке Forbes с состоянием 750 миллионов долларов. Этот период запомнится еще одним триумфом Магомедова. В битве за мегаподряд на строительство железнодорожной ветки в Республике Тыва он нокаутировал спарринг-партнера президента Аркадия Ротенберга. А сам Владимир Путин, который тогда был премьером, принимал участие в старте стройки, забив золотой костыль. Впрочем, мегаподряд испарился вскоре после того, как Владимир Путин снова стал президентом. Ну, товарищ Белов, он чем сейчас занимается? Сейчас курортами Северного Кавказа. Ну, вы, а чем еще? Не знаю больше, так сказать. Где у нас Белов работает? Вице-президент Олимпийского комитета. Это у нас вице-президент? И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой и так стаскивает ее по кругу? Ну, своя компания какая-то строительная. Удорожание объекта есть или нет? Да, удорожание тоже есть, серьезно. Кадры, где Владимир Путин за год до Сочинской Олимпиады устроил публичную взбучку Ахмеду Билалову, двоюродному брату Магомедовых, облетели всю страну. После этого его лишили всех должностей, завели уголовное дело. Сам Билалов покинул страну, а в ответ на критику президента разместил в Фейсбуке пост вместе с видеороликом команды КВН. Биатлонный комплекс построить забыли! Еще 4 миллиарда надо! Алло, Кать, отбой, Саратов, сбриваю сына! В зоне риска оказались и Магомедовы. Ведь их компания тоже участвовала в олимпийской стройке. Тогда серьезных последствий удалось избежать. Впрочем, после рокировки в правящем тандеме их позиции все же ухудшились. Путин исключил Магомедова из делового совета при АТЭС – площадки для встреч первых лиц азиатского региона. Росприроднадзор нагрянул в сумму с проверкой. Госбанки отказали в кредитах на покупку «Феска». Между суммой и государственной транснефтью разразился конфликт на почве управления Новороссийским портом, которым стала интересоваться государственная Роснефть. Был разорван и госконтракт на мегастройку в Тыве. За этим последовали изматывающие суды. Власти требовали свой аванс обратно, а Магомедов доказывал, что часть работ все-таки выполнил. И вот что за 9 лет соорудили. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Было видно, что они строят свой бизнес на контактах второго круга. А это на самом деле всегда очень опасно. А что вы имеете в виду с контактами второго круга? Ну, я имею в виду, что если ты дружишь не с самим начальником, а с другом начальника или с подчиненным начальника, то в какой-то момент начальник может обидеться, ему могут чего-то наговорить, и, собственно, видимо, это произошло. Навальный обвинил вас в том, что вы оплатили отдых на яхте во время ледового месяца пресс-секретарю президента Пескова. Вы просили люди пресс-секретарю и Дагестане особенно. Алексей Навальный дважды рассказывал о дружбе Магомедова и Пескова. Второй раз речь шла о старшем сыне пресс-секретаря Николае Чолзе.
Николай Чолос, он же Коля Песков. Навальный обратил внимание на то, что одним из мест работы сына Пескова, согласно информации в аккаунте в Facebook, была промоутерская компания Fight Nights, в которую инвестировал Магомедов. Эта связь-то Магомедова с Песковым там какая-то дружеская, да, но это не появление Коли в наших рядах, это не производное от их контактов. Дело в том, что Коля несколько раз приходил со своими там двумя-тремя друзьями к нам на турнир. Потом он ко мне подошел, говорит, слушай, говорит, я тут могу с двумя-тремя коммерческими структурами пообщаться на предмет спонсорства. Но мне нужен официальный какой-то статус в компании. А Коля тогда, по-моему, только вернулся из Великобритании, что-то такое. Я говорю, ну не вопрос. Турниры Fight Nights интересовали не только золотую молодежь, но и их родителей. Когда турниры пошли и когда были большие громкие поединки, я думаю, что Зиудин данную площадку использовал для получения совместных эмоций с нужными ему людьми. Ну, нужными, может быть, тоже не совсем правильное слово. С людьми, которыми ему приятно разделять компанию. Зиудин и сам не забросил спорт. Он регулярно занимался в своем клубе «Eagles». Спорт стал новым мостиком между Магомедовым и властью. Помимо турниров Fight Nights, он спонсировал спорт в регионах присутствия своего бизнеса. Во Владивостоке, где находятся основные активы группы «Феска», Магомедов финансировал хоккейный клуб «Адмирал». В Санкт-Петербурге, где структуры Магомедова участвовали в строительных господрядах, финансировал трансляции матчей «Зенита». А Новороссийский порт стал ключевым спонсором ночной хоккейной лиги. Во-первых, в ней играет президент. И это надо поддерживать, да, он как человек, который там всегда с государством сотрудничал, он должен был это делать. Ну, не то чтобы должен был хотеть это делать, скажем так, и он хотел. Отдельное внимание Магомедов уделял развитию спорта и социальных проектов в Дагестане. Потому что эти ребята, во-первых, сами тоже спортом занимались, с детства занимались они. Во-вторых, они были богатые ребята. Поддерживали, все наши спортсмены обращались к ним. И два раза мне тоже помогли. Оказывали помощь своему району, в первую очередь, Хунзасскому. Строили спортплощадки, спортшколы. Финансировали проекты, фонд Перри был у них. Новую дорогу проложили они, да, асфальтированную дорогу. Дети уже могли и на коньках кататься, и на роликах, и на самокатах. А раньше этого невозможно было сделать, потому что дорога была каменистая, да, неудобно было. Открыли они нам футбольное поле, и сами приезжали на это открытие, вместе с сыном приезжал Зиудин. Открыли нам воркаут-площадку. Это же огромная такая помощь, да, для своего родного села. У нас в Дагестане у всех такой вот соревновательный элемент, он на генетическом уровне заложен. Из-за этого как бы создай площадку, и там ребята себя проявят. Он в это верил. Во всех проектах и Сулеймана Керимова, и значит, братьев Магомедовых, все-таки они искали определенную выгоду. Либо политическую, либо экономическую. Какой экономический интерес мог быть у братьев Магомедовых в республике? Они вплотную занимались, во-первых, сначала рыбопромышленным портом, которые находятся фактически в упадке, да? А потом их интересы переместились на морской порт. Борьба за актив разгорелась между Магомедовым и сенатором Сулейманом Керимовым. Керимов, пожалуй, самый влиятельный человек в Дагестане. Таким образом, Зиудин нажил себе опасного врага. Здесь было определенное противостояние, да, так сказать, людей, которые вооружены были с обеих сторон. Вот, и, значит, потом они как бы, ну, не стали переводить это в такую, как говорится, силовую плоскость, а перевели в правовую плоскость, и в этой правовой плоскости Сулеймана Керимову в конце концов удалось одержать победу. Амбиции Магомедова не ограничивались одним лишь Дагестаном. Он грезил идеей нового шелкового пути, транспортного коридора из Китая в Европу, который должен был пройти через Россию. С 2011 года он регулярно наведывался в Кремниевую долину, инвестировал в Uber и проект вакуумных поездов Hyperloop,
который придумал Илон Маск. Зиевудин стал регулярно появляться на ТВ, в глянцевых журналах и выступать на конференциях. Случалось, что критиковал и государство. Я несколько раз об этом говорил, мне кажется, и тут я поддерживаю, что уровень присутствия государственного капитала, он такой запредельный, мне кажется. Уверен, что проблемы у них начались, видимо, когда роль ЗИИ как не просто управляющего, а как человека, который уже стал в списке Forbes, когда его роль стала не только менеджерская, но и политическая, я думаю, что они могли терять значительную часть своих контактов, и люди просто могли обозлиться. Если уже ты в этот космос улетел, должен понимать, сколько у тебя оппонентов, сколько недовольных, сколько завистников, сколько людей, которые от тебя зависят, сколько людей, от которых ты зависишь. Нужно быть мудрее. Серьезное беспокойство вызывает взлетно-посадочная полоса и перрон. Это сфера ответственности другого подрядчика. Финансирование федеральное – 4 миллиарда рублей. Если в ближайшее время строители начнут активно работать, контракт придется разрывать, сказал первый вице-премьер. Так что через две недели, пока желтая карточка, вполне может стать красной. В сюжете говорилось о госконтракте с компанией Магомедова, которая готовила аэродром Калининграда к FIFA 2018. Красной карточки избежать не удалось, госконтракт был разорван. Претензии возникли и к другим стройкам Магомедова. Сам он говорил, что виноваты госзаказчики, они задерживали оплату. Именно госконтракты лягут в основу уголовного дела против братьев Магомедовых. Его задержали в тот день, когда турнир Fight Nights проходил. И мы должны были все вместе встретиться на турнире, это было на ныне это ЦСКА-арена. Два главные поединка вечера, и там два пацана выступали, которых он вообще с самого начала, за которых болел. Это такие два поединка. Я думал, что он к концу мероприятия как раз приедет, часа за два. Когда 5-6 боев остается, самый такой сок. И кто-то мне в момент турнира сказал, что, слушай, говорит, там какая-то ситуация с ним, вроде бы его задержали. Но ничего конкретного так в целом. И когда он на турнир не приехал, я понял, что, видимо, да, действительно у него неприятности. Я хорошо помню, что я была где-то в городе, на курсах, что ли, по-английскому, я не помню. Я вышла, и вот мне позвонили, это сказали. Ну, я думала, это какое-то недоразумение. Вину свою не признаете ни в каком объеме? Кто? Вину свою ни в каком объеме. Категорически отрицаю. Вообще, для Дагестана арест Зиевудина Магомедова – это очень печальная история. И не только для технологичной молодежи, потому что у нас республика небольшая, и кто у нас из... Только выходец из Дагестана, не варяг, он может думать и любить молодежь, любить народ Дагестана и вкладываться в него. У нас два человека таких было, да, Зиевудин Гаджиевич и есть сегодня Сулейман Керимов. Братьев обвинили в хищении у государства в общей сложности 11 миллиардов рублей. Им грозит до 20 лет заключения. Их арестовали сразу после избрания президента Путина и в период, когда в России все правительство исполняло обязанности, когда еще не был назначен премьер и все ключевые министры. На мой взгляд, те люди, кто поставил целью максимально уверенно этих людей арестовать, чтобы не было административного вмешательства, выбрали самый хороший вариант, когда ни один член кабинета министров не стал бы публично, либо не публично включать свой административный ресурс, потому что не было понятно вообще, а он останется министром. Все наши собеседники сходятся во мнении, что реальная причина ареста отличается от формальных обвинений, которые предъявляет следствие. Версий несколько. Я думаю, что то, что он там, это итог, вот еще раз, не какого-то там банального экономического преступления, которая, может быть, даже несоизмерима с его масштабами как бизнесмена. Ну, если вот почитать, что ему там инкриминирует. Это больше вот все просто итог его какого-то, ну, скажем так, как бы сейчас правильно сказать, итог отсутствия мудрости просто житейской. Вот так скажем. Надо быть более таким спокойным, толерантным. В чате прямо было сказано, что это связано, что это какая-то месть Сулеймана Керимова. Я никогда не слышала версии, которая меня бы полностью устраивала.
потому что там были какие-то разговоры про, значит, порт Сечина и Токарева. Но одни говорили, что, значит, там была какая-то заметня, но вроде бы все, ну, их, собственно, взяли в тот момент, когда все было подписано. И я не верю, что Магомедовы там не договорились бы с Сечиным, если бы он этого потребовал. А другие говорили, что все дело в Медведеве и что это атака на группировку Медведева. Основная цель возбуждения уголовного преследования по экономическим преступлениям — это либо склонение человека, склонение предпринимателя к заключению сделки на невыгодных для него условиях, то есть, например, чтобы купить у него бизнес за копейки, либо это просто передел собственности. Какого-то конкретного заинтересанта в деле не было, на мой взгляд. Ну вот, такое вот есть ощущение. Конечно же, было принято решение по совокупности, на мой взгляд, причин. Я думаю, что камнем, не то чтобы преткновение, но таким вот событием, которое такое камушек, это начало торговли им, так сказать, по продаже, по продаже своего пакета, так сказать, за какие деньги, да, продавать свой пакет в Новороссийском порту. Это достаточно публичная и громкая история. Магомедов не первый бизнесмен, который оказался под арестом во время переговоров о продаже бизнеса с государством. В 2014 году дело было заведено на миллиардера Владимира Евтушенкова и прекращено после того, как государство заполучило его Башнефть. Урок Евтушенкова ничему не научил Магомедова. Когда Транснефть предложила выкупить его акции в Новороссийском порту, Зиудин принялся ожесточенно торговаться. Это раздражало представителей государства, которые считали, что порт достался Магомедову практически бесплатно. По данным СМИ, в 2011 году Магомедовы и Транснефть купили 50% Новороссийского порта за 2,5 миллиарда долларов. При этом большую часть суммы незадолго до этого они получили от самого порта, который купил у них Приморский порт в Санкт-Петербурге. Большую часть суммы предоставил Сбербанк. В понимании чиновников получалось, что Магомедовы получили Новороссийский порт практически бесплатно. Ну, наверное, да, но согласитесь, вот проблема-то с портом заключается в следующем. А вы можете мне назвать хоть один российский бизнес, который заключался не в том, ну вот из крупных, который не заключался в том, что люди что-то получили достаточно дешево, а потом это стало стоить достаточно дорого? Это правда. Наверное, к многим можно предъявить схожие претензии. Покажите мне, пожалуйста, ну вот кто, кроме... ну нет у нас своих Стивов Джобсов. У меня нет сомнений, что в ходе судебного разбирательства все обвинения в отношении меня, а тем более в отношении моего брата, который не имеет никакого отношения к группе «Сумма», развалятся. И выяснится, что меня и моего брата изолировали в камере только ради того, чтобы захватить мой бизнес, вынудить за бесценок продать активы компании. Оказавшись под арестом, Магомедов общается с внешним миром через письма, которые передает через своих адвокатов. За 3 года, которые Магомедов провел в СИЗО, от созданной им империи не осталось почти ничего. Большинство активов оказались либо у госструктур, либо у людей, связанных с государством. Новороссийский порт получила государственная Транснефть. Якутская топливно-энергетическая компания досталась давнему партнеру госкорпорации Ростех. Объединенная зерновая компания и Трансконтейнер перешли к Госбанку ВТБ. Группа «Феска» – партнеру Росатома. За «Феска» разыгралась настоящая битва. Работники встретили новое руководство в штыки. Докеров подначивал менеджмент Магомедова, который называл новых акционеров рейдерами. Вы уже уперлись, я тоже уперлись. Ситуация стабилизировалась после вмешательства Росатома. Это государственная корпорация, серьезная, которая не допускает никогда никаких ни банкротств, ни корпоративных внутренних споров каких-то. Причем тут Росатом? Дело в том, что по указанию Владимира Путина госкорпорация занимается развитием Северного морского пути. Для этого Росатому нужны логистические активы.
Госкорпорация уже купила треть транспортного холдинга «Дело», который не скрывает своего интереса к ФЕСКО. Негласными кураторами «Росатома» считаются братья Ковальчуки, давние знакомые Владимира Путина. С госкорпорацией связан и новый владелец ФЕСКО – Михаил Рабинович. Атомная госкорпорация, окружение Владимира Путина, уголовные дела – коктейль, который отобьет желание у кого угодно, но не у Магомедова. Для защиты своих интересов он подал иски не только в российские суды, но и в суды Англии, Кипра, Британских Виргинских островов и на Кайманах. Может быть, это, собственно, была и была их главная проблема, что, не являясь Ротенбергами, Ковальчуками и Тимченко, они вели свой бизнес так, как будто они являлись Ротенбергами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Будучи за решеткой, Магомедов не бросил спорт и даже предлагал профинансировать спортзал Лефортово для заключенных. Его поддержал экс-министр открытого правительства Михаил Абызов, который оказался за решеткой через год после Магомедова. Как и он, Абызов проходит по 210-й статье и тоже считается бизнесменом из окружения Дмитрия Медведева. Владимир Владимирович, он немножечко напоминает Сталина, который Молотова держал на посту, а жену его посадил. А вот Медведева он держит, а тех бизнесменов, на которых, как ему кажется, Медведев может опираться, в том числе, кстати, это и Абызова касается, вот взяли и сожрали. И Евтушенкова это касается. То есть мы видим явно, что именно те люди, которые в своем бизнесе пытались как-то опираться на Медведева, и даже, возможно, питали надежду, что Медведев после 2012 году останется, да вот они получили щелбан. Весь этот опус в виде этих огромного количества томов – это такая квинтэссенция документа, который не терпит и тени возражений, при этом не дает нам ни грамма убежденности. Просто там единственный аргумент – это аргумент более, наверное, убедительный, чем правда и правозаконность – это 210-я статья. Изначально 210-я статья была разработана для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности, к именно на длительные сроки, руководителей преступных группировок. В экономических же составах и в должностных составах 210-е зачастую это просто инструмент. Инструмент запугивания свидетелей, потому что любой сотрудник компании так или иначе формально может быть привлечен к ответственности по этой статье. Это инструмент увеличения сроков следствия при сохранении мер пресечения. Вот. И, безусловно, это инструмент давления на самих обвиняемых, поскольку санкции, предусмотренные этой статьей, они просто космические. Владимир Владимирович, вот еще есть просьба от предпринимателей разобраться с применением 210-й статьи Уголовного кодекса об организации преступного сообщества, потому что статья активно используется. Очень. Да, согласен полностью. Здесь у меня даже комментариев нет. 1 апреля 2020 года Владимир Путин подписал поправки 210-ю статью, которые должны были вывести из-под нее предпринимателей. Правда, риски для бизнеса сохраняются. Я бы сказал, что поправки, которые были приняты по инициативе президента для 210-й статьи, они носят исключительно косметический характер. То есть в чем суть этих поправок? Дело в том, что бизнес очень часто возмущался о том, что вот именно вот эту структурированность организации очень часто применяют как признак преступного сообщества. И законодатель внес изменения и указал, что само по себе структурирование, там, структурированность организации или компании, она не является непосредственным признаком статьи 210, за исключением случаев, когда организация заведомо создана для совершения преступлений в составе преступного сообщества. Вот. Понятное дело, что слово «заведомость» она носит исключительно оценочный характер. Правоохранители здесь абсолютно вольны в том, как применять вот эту вот заведомость. Поэтому зачастую эта норма она обходится правоохранителями достаточно просто. Не могу себе позволить кого-то обвинять, пока у меня не будет исчерпывающих доказательств. Хотя я прекрасно понимаю, что 210-ю статью подтянули ко мне и моему брату только потому, что без этой статьи УК нас уже давно пришлось бы освободить под подписку о невыезде или домашний арест. 210-я статья – это инструмент, который очень эффективно работает только на стадии предварительного следствия.
Вот. И, но за это время, пока человек находится под стражей, это может быть 3 года, 4 года, это может быть 5 лет, а за это время разваливается его бизнес, за это время у него теряются все социальные связи, социальные контакты. Мы передали свои вопросы Магомедову, но он воздержался от оценок событий из прошлого. Зато поделился своими мыслями о будущем на свободе. Первое время он хотел бы провести с семьей и детьми, а свое внимание сконцентрировать на технологиях и филантропии, особенно в образовании. Восстанавливать свою бизнес-империю он не собирается. Это пройденный этап. Месседж с арестом Магомедовых абсолютно неясный, потому что как возникает вопрос, а что они сделали не то, и что другим бизнесменам делать не то, чтобы их арестовали? Если они делали не то, что они пользовались административным ресурсом, так ответ такой. Во-первых, бизнесмен должен использовать ровно те вещи, которые приносят ему максимальный доход, максимальную прибыль. И поскольку в нашей стране максимальную прибыль приносит административный ресурс, это понятно, что хороший российский бизнесмен должен пользоваться административным ресурсом. А с другой стороны, поскольку все продолжают это делать, ну, не все, но, там, скажем так, огромное количество людей, то ну, в чем заключается месседж? Изменились правила игры. Знаете, вот те правила игры, которые были сформулированы, как нам рассказывают все, в начале 2000-х годов Путиным. Вы не лезете в политику, соответственно, мы вам даем заниматься бизнесом, да? Вот они изменились. Менялось полностью, так сказать, концепция, да? Недостаточно не лезть в политику, недостаточно финансировать ночную хоккейную лигу, недостаточно играть в хоккей Шойгу, к примеру. Я сейчас говорю о Магомедове, который играл с ним в хоккей. Недостаточно. Надо быть гораздо более лояльным. Взять антропометрию. Там рослый человек, 1,90 м ростом, да, с длинными конечностями. Соответственно, в единоборствах он пользовался своими антропометрическими данными, возможностями своими, умело их использовал. И не пытался делать то, что ну, для него там... Не знаю, априори невозможно. Не может человек с такими данными, там, не знаю, там, быть таким же координированным, как там, небольшой и там, очень атлетично сложенный парень. Это все равно разные вещи. Он-то понимал. Этот человек тоже характеризует, какой он в бою, какой он в жизни там, и так далее. Но он в этом плане такой, достаточно вот стратег. Достаточно стратег. А в жизни, видимо, нет.